Приветствуем, дорогие друзья, с вами 48вольт.ру. Сегодня у нас будет краткий обзор на элемент литий-железофосфат 32700, емкость 6 ампер-часов. На элементе здесь у нас прописаны размеры ячейки, напряжение номинально, емкость, энергоемкость и дата изготовления. Ячейки у нас высшего качества, сопротивление здесь на ячейках заявлено от 5 до 6 миллиом. Обновляем наш прибор до нуля и проверяем наши элементы. На приборе наверху показывает сопротивление, внизу напряжение. Наверху 5,94 миллиом, напряжение 3,2 вольта. Вторая ячейка у нас 5,97 миллиом, напряжение 3,2 вольта. Ускоряю видео, чтобы не было долгим и скучным. Здесь на приборе, в принципе, вы увидите сопротивление и напряжение. Берем коробку. На коробке у нас здесь прописано сопротивление, емкость и напряжение. У нас здесь все сходится. С габаритами здесь все понятно. Вес одной ячейки у нас составляет 141 грамм. Технические характеристики аккумулятора. Номинальное напряжение 3,2 вольта, верхний порог напряжения 3,65, нижний порог напряжения 2 вольта. Рекомендуемый продолжительный ток разряда 1C, это 6 ампер. Рекомендуемый продолжительный ток заряда 0,5C. Это 3 ампера. Пиковый ток 1 секунда 5C 30 ампер. Ну и конечно у данного элемента 2000 циклов. Недавно я просверлил этот элемент в разряженном состоянии, сейчас просверлю в заряженном. Ячейка у нас чуть-чуть подгорела, но не взорвалась. Это очень хорошо. Пошел дым, пошел едкий запах. Ни в коем случае не повторяем это дома. Ну и под конец хотелось бы добавить от себя, помимо их безопасности и надежности, они уже проверены временем. Собираем из этих ячеек не первый год, не второй, не третий. Элементы у нас высшего качества, по крайней мере у нас качество Grade A, это высшее качество. Аккумуляторы под них собираются разного вида. Из этих элементов, помимо электросамоката и электровелосипедов, источники бесперебойного питания, резервного питания, рыбалки, охоты и многое другое. На эти аккумуляторы у нас гарантия 3 года. Ну и конечно, если вы не подписаны на наш YouTube канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. С вами 48вольт.ру. Всем пока, до новых встреч.